На этом автомобиле у нас заказана услуга обработка кузова жидким воском. Как мы это делаем? Для этого у нас имеется вот такая накачная помпа, в которой заранее был приготовлен раствор этого воска. Вот мы помыли автомобиль. Тут неважно, выполнена одна фаза или это было сделано две фазы с наношампунем. Вот он у нас помыт. Он стоит мокрый, мы его не вытирали. И вот на мокрый автомобиль мы наносим воск. С накачной помпы также все это поэтапно делается, так же как при пробивании автомобиля. Накачиваем и начинаем равномерно обрабатывать. Вот, обрабатываем крышу. И перемещаемся дальше по ходу автомобиля. Обработали крышу, перешли на заднее стекло. Если напор снижается, подкачиваете немного. Вот. И далее поэтапно идем, чтобы не забыть. Вот сделали крышу, заднее стекло, теперь делаем заднее левое крыло. Сверху вниз проходим полностью. Сделали, перешли на дверь. Еще накачали. И таким образом мы проходим всю машину по кругу. Вот так вот равномерно покрывая воском вместе со стеклами. Я полностью равномерно покрыл автомобиль вот этим воском. Мы просто вытираем, как обычно, автомобиль салфеткой. Также все сушим, продуваем, вытираем и сдаем клиенту.